Всем привет! Я изобрел новый механизм, который умеет шагать и делать акробатические трюки. Вы можете использовать мою идею для постройки любого механизма, например, для постройки животного или для какого-нибудь робота-шагохода. Я использую этот механизм для постройки кработа. Сегодня я вам покажу туториал, как сделать этот шагающий механизм, а также как построить кработа. Помогите мне набрать как можно больше лайков. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Поздравляю всех с началом нового учебного года, хотя для некоторых это вовсе не радость. А я продолжу выпускать свои видео, но только не так часто, как раньше. Пельмешки тоже понравились эти кработы. И вы, ребята, напишите в комментариях, что вам нравится, а что не нравится в моих видео. Я постараюсь ответить на все ваши комментарии. Сейчас я вам немножко расскажу, что у него есть и что он умеет. Во-первых, он прикольно шагает. У него есть клешня для захвата предметов. Она может вращаться и выдвигаться. А на второй руке я сделал отвертку, которая вращается. Вы можете поставить все, что хотите, на руки своего кработа. У вас все обязательно получится, если вы будете внимательны и терпеливы. Иногда в комментариях пишут, что не получается. И чаще всего причина в том, что строитель был невнимателен. Время туториала. Строить будем на небольшой высоте. У меня стоят такие настройки. Уровень соединения на красном, а шаг перемещения на 0.5. Я строю из металлических блоков и вам тоже рекомендую. Сейчас построим ногу на шарнирах, а потом к ней приделаем механизм. Здесь строим стопу, как показано на видео.
Начинаем строить механизм. Здесь ставим шарниры. Оставляем промежуток между блоком и шарниром в 1,5 блока, и между ними ставим колесо, чтобы шарнир был наверху. Опорные блоки нам больше не нужны. Колесам прикрепляем пружины и с помощью блоков соединяем их с телом. С этими двумя ногами мы закончили. Сейчас давайте их проверим. Два колеса привязываем к одной кнопке. У колес крутящий момент ставим на зеленый, а скорость на 5. Теперь выделяем все механизмы, которые выделил я, и отключаем у них коллизию. Сохраняем и, наконец, можно проверять. Отключаем фиксацию у всех блоков, кроме нижних колес. Активируем. Если у вас все крутится, как у меня, то значит все работает. Загружаем и продолжаем строить. Сейчас нам нужно построить точно такие же ноги, только сзади. Теперь все это нужно правильно привязать. У нас будет 2 кнопки. К первой кнопке привязываем 2 вот этих колеса, ко второй кнопке 2 оставшихся колеса. Сохраняем и давайте проверим. Отключаем фиксацию у всего, кроме этих 4 колес. Нажимаем первую кнопку, а потом на вторую. Только с небольшой паузой. И у нас получается такая анимация ходьбы. Продолжим строительство. Механизм готов, теперь выделяем все механизмы и включаем у них прозрачность на 100%. Теперь давайте все это разукрасим. Сейчас полностью отключаем фиксацию, давайте проверим его на земле.
активируем две кнопки, и у него вот такая вот получилась походка. Перенесем эти кнопки на корпус. Я также поставил кресло пилота наверху, чтобы можно было поворачивать. Ставим здесь две кнопки и привязываем их так же, как делали в прошлый раз. Сохраняем. Давайте еще раз проверим этот механизм на земле, но только уже мы сможем управлять. Садимся на кресло пилота, включаем походку, и мы можем поворачивать обычными клавишами поворота. Переходим к верхней части. Сейчас будем строить здесь башню и также к ней механизмы. Сначала быстренько построим корпус и глаза. Вот такой корпус у нас получился, сейчас будем строить механизмы. На эти колеса ставим пластиковые блоки. На эти пластиковые блоки ставим сервоприводы. И на них тоже блоки. Сейчас я внес некоторые изменения. Я покрасил этого робота, а кнопки для управления ходьбой я поставил сзади. У сервопривода включающий момент ставим на зеленый. На одной руке ставим колесо, а на другой строим клешню. К колесу прикрепляем любой инструмент. Я буду строить отвертку.
Теперь начинаем привязку. Левое колесо привязываем на клавиши I, R. Правое колесо привязываем на клавиши T, Y. Правый сервопривод F, J. Левый сервопривод H, J. Правый поршень привязываем на клавиши Z, X. Левый поршень привязываем на клавиши C, V. Клешню привязываем на клавиши K, L. Отвертку привязываем на клавиши B, N. Все, мы все привязали. Теперь сохраняем. Кравот готов. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Геймс. Всем пока.